Всем привет, на связи Владислав Барабанов, и это «Настройки Санкт-Петербурга». Мы сегодня разбираем ЖК «Сибирь» от надежного застройщика «Союз», который более 15 лет на рынке недвижимости. Строит вовремя, качественно и очень классное наполнение проектов. Конкретно ЖК «Сибирь», сейчас об этом подробнее расскажу. По локации это Тосненский район, Колпино, недалеко, конкретно по локации поселок Тельман на улице Парковой располагается проект. По конструктиву сборный монолит в фасаде керамогранит. Срок сдачи третий квартал 2023 года. В этом же квартале, до этого квартала, да, то есть до сентября 2023, вы заедете и получите ключи. Ближайшие несколько станций метро – это Рубаска, Шушар и Купчино, до которых 30 минут на транспорте. Рядом есть ЖД-станция, соответственно, от которой тоже можно добраться до центра Петербурга, до Московского вокзала, также за 30 минут. Мы сегодня разбираем евро-двухкомнатную квартиру, евро-двушку. В прошлых роликах мы разбирали студию однокомнатную. Если для вас они актуальны, то по ссылкам ниже в описании можно с ними ознакомиться. Сейчас пробежимся по планировке, далее расскажу преимущества, покажу на карте, где будет располагаться проект. Напоминаю, разбираем евро-двухкомнатную. Стоимость квартиры актуальна на момент съемки. Сегодня 16 мая 2021 года. Стартовали продажи в мае, буквально там, несколько дней назад. По метражу это 40,4 квадратных метра. Давайте пробежимся по планировке. Это у нас прихожая. Коридор 3,4 квадрата. Есть еще ниша под гардеробную. Она 5,6 квадратных метра. Далее это кухня-гостиная. Она 16,7 квадратных метра, спальня 8,3 квадрата, раздельный санузел 1,8, раздельная ванная 3 квадрата, с выходом на лоджию из спальни, да, это 3,2 квадратных метра. По стоимости на сегодня это 4 200 000 рублей. Четвертый этаж из 17, отделка здесь предчистовая, выровненная стена, штукатурный потолок, вся грязная работа, да, будет выполнена для того, чтобы вы могли все свои дизайнерские решения воплотить самостоятельно, либо чистовую отделку можно дозаказать от застройщика. Окна на восток, квартиру можно провести как за прямые деньги в ипотеку, если планируется ипотека, сможем вас одобрить, например, по господдержке со ставкой 6%. Чтобы получить одобрение, напишите мне в WhatsApp одобрение. И конкретно эта ипотечная ставка, напомню, она не бесконечна. 1 июля заканчивается, и ставки будут со временем расти. Поэтому сейчас самое прекрасное время для покупки. Не стоит откладывать надолго. Давайте пробежимся по преимуществам. Сквозные парадные, дизайнерские отделки. Отделка мест общего пользования, два детских сада на 190-200 мест и школа на 825 мест, то есть здесь своя инфраструктура будет. Двор свободный от автомобилей, то есть будете в безопасности. Ландшафтный дизайн во дворах, многоуровневый паркинг на 299 мест, это комфортно, да, для автомобилистов. По локации поселок Тельмана, рядом река Ижора, Колпинский парк. Торговая инфраструктура, магазины в пешей доступности, поликлиники. Поэтому, друзья, если хотите провести квартиру евро-двухкомнатную, меньшего метража, либо большего, пожалуйста, есть метраж, да, то либо, соответственно, от другого застройщика, да, в любом другом районе, надежном, от надежного застройщика, то, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Напомню, почему стоит это сделать, потому что услуги для вас бесплатные, юридически сопровождаем, одобрим по ипотеке, поможем провести дистанционную сделку, если вы из другого региона, и, конечно, помогу подобрать квартиру конкретно для вас по вашим параметрам. Поэтому, чтобы забронировать и выбрать лучшую квартиру, звоните по телефону, который указан ниже в описании, либо напишите мне в WhatsApp. Если есть вопросы, задавайте в комментариях, либо напишите. Также подпишитесь на этот канал, ставьте лайки. Спасибо большое за просмотр. До новых встреч и роликов, друзья. Пока-пока.